Израиль – одной из первых стран в мире получил партию лекарства от COVID-19 Paxlovid компании Pfizer. Это первый лекарственный препарат от заболевания в таблетках. Его можно принимать дома, в отличие от других разрешенных препаратов, требующих внутривенного введения или инъекций. Сообщается, что первая партия состоит из 20 тысяч доз. Примерно такое же количество пациентов с ковидом находится в израильских больницах.